проведем дозор в белорусском клубе автомототуризма. Пойдем со мной. Прямо сейчас мы находимся в нашем офисе. Вот наш колл-центр. Как вы видите, работа кипит. Наш колл-центр работает 24/7. Одна из задач нашего клуба – это организация эвакуации, технической помощи не только на территории Беларуси, но и за рубежом. Также мы обеспечиваем безопасность детей на дороге и мобильность для людей с инвалидностью. В октябре прошла акция под названием «Это моя улица, я за безопасность дорожного движения». Участники мероприятия использовали велосипеды, педы и скутеры вместо общественного транспорта. Социологи подсчитали, что в среднем современный человек проводит в пробках по дороге на работу и с работы порядка нескольких часов в день. Поэтому сейчас наблюдается увеличение парка двухколесного транспорта. Основная задача данной акции была сделать улицы города удобнее и зеленее, разгрузить дороги. Также особое внимание уделялось использованию двухколесного транспорта и использованию шлема. По пути участники кампании делали фотографии и видео, используя плакаты с надписью «Это моя улица, я за безопасность дорожного движения». Делились в социальных сетях под хэштегом «This is my street». Также к нам присоединились сотрудники госавтоинспекции Московского района и эксперты по транспорту. Это была широкомасштабная акция, и также мы взяли интервью у участников акции. Я решил поучаствовать в этой кампании, потому что я считаю велосипед очень экологичным и доступным видом транспорта вообще для передвижения. Он является одним из устойчивых видов транспорта наравне с общественным транспортом, наравне с прогулками пешком. Безусловно, это помогает разгрузить город, это помогает приобретать здоровье и просто получать удовольствие. Знаю, что это не только полезно для здоровья, но также модно и стильно. Сотрудники белорусского клуба автомототуризма, инициаторы и организаторы многих акций. Ежегодно реализуются десятки проектов по безопасности дорожного движения. В рамках проекта «Видимость детей в сельской местности на территории Республики Беларусь» на предприятии в Столине были пошиты световозвращающие нашивки и фликеры. Давайте вместе соблюдать правила безопасности на дорогах и быть внимательными к окружающим. А в утреннем дозоре на 360 с вами была я, Настя Рудская.